Ну что, сделал себе канал, подключил монетизацию, набрал 4000 просмотров, даже собрал больше $100, не знаешь, как вывести. Вывести очень легко. Лично я выводил на свой собственный счет в Альфа-банке. Почему в Альфа-банке? Потому что со Сбером как-то не сложилось. На Рапиду было слишком дорого. И слишком геморройно нужно было подтверждать свою личность. Осталось самое простое. Что же сделать для того, чтобы открыть счет? Можно пойти в банк и очень быстро это сделать. А можно сделать это все из приложения, либо из своего личного кабинета. Выбирать уже только тебе. Ну, а дальше погнали. Посмотрим, как и что. Все ссылки будут в описании. Вот это вот и есть пошаговая инструкция, которая позволит вам как на сайте, так и в мобильном приложении сделать, открыть счет. Здесь все подробно расписано, все ссылки будут в описании, как обычно. Ну и закономерный вопрос, почему же я не открыл счет в Сбербанке, ведь у меня тоже есть карточка Сбербанка. Я просто не хочу, чтобы он меня обворовывал, потому что в Сбербанке регулярно пропадают деньги со счета, в Сбербанке регулярно пропадают данные, появляются у разных мошенников, которые начинают вам потом звонить, у разных организаций, которые предлагают вам различные услуги. Ну и потому, что это Сбербанк.